пользоваться дети меньше 4 лет. Даже вот такие безопасные, да, краски. Да. Единственное опасно, что вы можете испачкать все на свете, да, все, что есть в комнате. Нет, на мире. Да. И что вы будете делать? Я буду бабочку. Я бабочку вот так вот надо. Ну давайте, вот какая у вас большая фантазия. Вот оно. Ну ничего, пробуйте. У кого что получится, потому что у нас сегодня по планам дальше делать дизайнерскую одежду. Да? Да. Поэтому мы сейчас пробуем, что у нас из этого получится. Может, один сели стали? У меня вообще не получилось. Мне надо палку. Мы взяли палочки вот такие деревянные, да? Да. И будем пробовать. Мне надо докрасить. А ручки не щипят, ничего? Нет, так, нет, не происходит, да? Ну, здорово. Вымазанные все. Вот специальная даже вот такая я вот решу, плащевой я такой я вот. Я цветочек. Был а я нет, у Алекса одетый. Я даже не знаю, как его назвать. Как плащик, да, такой защитный? Да, да. Угу. Ой, мне надо еще так. Мам, я не могу сделать. Пробуй. Не получилось. У меня тоже нет. Как не получилось? Вон какие веселые ладошки разных цветов у вас. Почему не получилось? Нет, я хотела сделать такое бабочку. Покажите поближе тюби. Как называются они? Покажи. Ну, вы перевернули. Вот. Эля показывает ближе. Вот так вот, да? Сейчас, правда, они грязные, но их можно убрать. Угу. Так, еще нужно, да, палец намочить. Смотри, как у меня не очень получается цветок. Ну, пробуй, получается, не получается. Вот мы теперь поняли, что не очень, да, как бы, но... На листах не очень выходит, если мы будем... надписывать буквы. Что-то не очень получается. Смотрю, да. Даже у Эли, да? Эля, палочкой. Да. То есть это больше для ладошек, для самих ручек, да? А у тебя получается. А у тебя получается? Да, палками даже. Окей. Просто краска не очень равномерно кладется, да? На лист. Надо рукой раскрасить. Да, вот как весело вам. Я тоже раскрашиваюсь листом. Правда, потом очень много... Весь стол будет грязный. Ну, что делать? Главное, чтобы мы не испачкали все остальное. Какашка маленькая влезет. Какашка падает. Ты можешь солнце сделать. Солнце? Не хочу. Ой, я раскрашиваю весь лист. Ну вот. Теперь все делаем просто однородного цвета, одного цвета лист, да. Я тоже делаю одного цвета лист. Я тоже. Может, Олег Солнцева так испачкала? Проще, так легче. Олег Солнцева испачкала вот ее краску так. И стол, хоп. Ну ой. Ладно, смотрите, как стараются все. Уж вымазываете все. С руками все мазано. А я вообще даже не дотронулся. Ну, как старательно вы вымазываете все. Ну, это уже не рисунки получается, а мазня. Особенно вот Донателла положила. Сколько много... Краски. Да. Это мы, я хотела бы... Это шедевр. Это да. Шедевр. Я делала сама краска. Это шедевр. Шедевр. Руки везде, да. Руки везде. У меня скоро она порвется. А сейчас мы взяли одежду и будем отпечатывать свои ладошки на своих майках. Алекса, ну, подымай. Вау! Один дизайн получился. Сейчас да. Давайте следующую маечку или рубашку. Сейчас я буду отпечатывать мои. Давай, Эля.
Раз, приложили. Вау, как классно получается. Всё. Вот, высыхает, и мы потом оденем, да? Да. Так, следующая у нас идет Донателла. Донателла маечку наперед перевернула, и ты делаешь рисунок вперед, да? Ладошки свои кладет лягушка. Ну и что? Она так решила, пусть будет. Опа! Вот так вот. Классно! Получается! А Джоки придумала намазать губы и оставить свой след на рукаве. Ну? Ой! Чуть-чуть получились такие красненькие губки, да? Еще? Вот так она придумала. Ну, покажи. Не очень получились. Ну, ладно. Пробуем следующий. Вот следующий делает Тёмочка свою работу. Раз. О, как классно. Ну, смотри, как у тебя прикольно получилось. Вау, на белой рубашке черные ладони очень красиво смотрятся. Да? Во как! Ой, ну вот и закончили мы. Да.